Миша Мулю увел областной общак. Мулю завалили, а общак не нашли. Вчера звонок из Новосиба. Видели Мулю. Живой и здоровый. А не все так просто. Потом был звонок из Питера. Видели Мулю в Питере. Потом порадовала ростовская братва. Видели Мулю в Ростове. Ну что, кто куда? Стрелок поехал в Новосиб. Среднего Ростов. А я давно в Питер хотел съездить. Так и разложили. А как же ты бандитом-то стал? Потому что честность всю жизнь искал. Ну чё, кинули бродягу. Иногда мне снится сон, как будто небо меня в себя втягивает. Я попадаю в какой-то другой мир. А чё так долго едем? Это недолго. А в этом мире нет стены между живыми и мертвыми.